تأذن. خلني أكل اللقمة اللي باقية. Когда наступило время фаджра, а у вас во рту осталось что-то из пищи, а в руках вода, то нет проблем в том, чтобы проглотить то, что во рту, и запить глотком воды, которая в руках, но не более этого. В хадисе пришло: когда начался азан, а в руках у вас посудина, то возьмите оттуда то, что необходимо вам.